Водитель отечественного автомобиля врезался в грузовик. 15 сентября на Усть-Курдюмском шоссе водитель иномарки Ford Fusion осуществлял поворот с главной дороги на второстепенную. В этот момент по встречной полосе двигался ВАЗ-2110. Не успев притормозить, он ударил иномарку и отлетел в проезжавший мимо КАМАЗ. В результате двойного столкновения травмы разной степени тяжести получил водитель отечественного авто. Его госпитализировали в медицинское учреждение. По словам автолюбителей, этот перекресток автодороги аварийно опасен. Здесь 3 года назад произошло страшное ДТП со школьным автобусом, который вез детей из Балакова в Саратовский цирк. Тогда погибли 2 несовершеннолетние девочки. Еще одно ДТП, но уже на улице Мясницкая, произошло несколько часов спустя. Водитель иномарки, нарушив правила дорожного движения, совершал обгон по полосе, выделенной для общественного транспорта. И на повороте не заметил автобус. В результате столкновения владелец легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. По словам водителя автобуса, в момент аварии общественный транспорт был пуст, иначе жертв могло быть больше. Так ездить, я считаю, просто нельзя. Я не знаю, чем он будет мотивировать впоследствии, как он объяснит свои действия.